инновации в Индии возьмут под контроль. Верховный суд Индии обратился к правительству страны, Центральному банку и нескольким ведомствам с призывом ввести регулирование деятельности рынка криптовалюты и биткоина в частности. В заявлении сказано: «Отсутствие контроля и механизма нормативно-правового регулирования привело к полной безотчетности, нерегулируемости проведения транзакций с биткоином и другой криптовалютой». Отмечается, что отсутствие контроля на рынке цифровых денег может способствовать деятельности преступников и уклонению от налогов.